ir politiska organizācija. Государство – это политическая организация. Kas balstoties uz tiesisku varu. Это основывается на правовой основе. Un nodrošina sabiedrības vadīšanu. И обеспечивает руководство общества. Un esošās varas iekārtas pastāvēšanu noteiktā teritorijā. И существующие образ правления в определенной территории. Jā, lai viņi tur varētu darboties, ja? Чтобы это могло там действовать. Это обеспечивает. Un valsts pazīmes bija cik? Сколько было знамений? Три признака государства. Четыре символа и три признака. Три признака. Это жители или нация, народ. Первое. Второе признак – это территория. Un otra ir neatkarīga vara, suverēna vara. И третье – это независимая суверенная власть. Un tā vara, tās ir tiesības un pienākums. И власть – это права и обязательства. Это наши права и наши обязательства. Это целая система. Если ты живешь в какой-то земле, ты должен почитать и уважать власть этой земли. Tev ir jādzīvo pēc šīs valsts likumiem. Tebe nāda žīt pa zakonam etavo gasudārstva. Nu, mēs visi zinām Latvijas likumu. Мы все знаем закон Латвии. Kurš zina civilu likumu? Кто знает, kā daži по-русски не знаю. Гражданское право. Гражданское право Латвии. Ах, kungs, tur ir tik daudz visādas daļas un panti un tūkstošiem. Tur ir 1400. Pāns un 1001. Pāns un 1. Pāns un 201. Pāns. Там более 1500 разных стихов. Un tāpat šeit ir likuma panti. И также здесь в Библии есть разные стихи. Un tur arī mums ir daudz pantu. И там и в этом законе тоже есть много стихов. Mums it kā būtu jāzina tas likums, bet это mēs zinām. Мы как бы нам надо как бы знать этот закон, но разве мы знаем? Bet Dievs mums ir devis vienu likumu visām tautām. Morāls likums. Bog dal nam один закон морали для всех народов. Un ja mēs pēc šiem likumiem dzīvojam, если мы живем по этим законам, un to nemaz nav tik daudz, их не так много. Un ja mēs tā dzīvojam, если мы так живем, tad mēs plus mīnus ievērojam katru zemes likumu. Tas sanāk. Тогда получается, что мы более-менее мы соблюдаем право всех, ну, законы большинства. Ну, тоже главные. Главные, основные. Ты не будешь зак, ты не будешь тут кое-что дарить пары, ты не будешь тут других не обижать, не убивать. Ну, я тут все тут так, но, ну, Jēzus mums teica vispār, ka tur nav tik traki, ir vispār augstākais likums, un tas sastāv no divām daļām. Иисус сказал, что есть высший закон, и он состоит из двух частей. Un tas nav tik sarežģīti. И это не так сложно. Tas sastāv, viens ir mīlēt to savu Dievu no visas savas sirds, no visas savas spēka, no visas savas prāta. Возлюби Господа своего от всего сердца, от всей души, от всей силы твоей. Вертикально. Вертикально. Attiecības uz vertikālu. Отношения. Вертикальные отношения. Attiecības tās. Отношения. Tās ir likums par attiecībām uz augšu. Это закон об отношениях наверх, ну как на небо, по вертикали. Jā, un tad ir likums, kas jāievēro horizontālē. И есть закон, который надо соблюдать по горизонтали. Un Jēzus saka, ka šis te likums. И Иисус говорит, что этот закон. Cenā krusts. Это получается крест. Ka tas ir augstākais baustis. Что это высшая заповедь. Mīli savu Dievu no visa sava spēka. Возлюби Господа своего от всей своей силы. No visa sava sirds. От всего сердца. No visa sava prāta. От всего разума. Un mīli savu tuvāko, kā sevi pašu. И возлюби ближнего своего, как сам себя. Dažkārt cilvēks saka, no, es laikam sevi nemīlu. И человек говорит иногда, о, я, наверное, себя не люблю. Bet patiesība tā, ka tomēr mīli. Ну, истина такая, истина такая. Varbūt tev kaut kāds dusmas sanāk, vēl kaut kas, bet būtībā tu mīli. Suti, ty любишь себя. Un tad Jēzus saka, ja šitās divas lietas mums ir, если Иисус говорит, если все эти две вещи у нас есть, tad mēs ievērojam augstāko baustu. Тогда мы соблюдаем высший закон. Ja mēs cenšamies izzināt šo dievišķo likumu, jo mēs viņu mīlam, если мы стараемся
познать этот закон, потому что мы любим его. Un nevis vienkārši zināt un lai stāv plauktā piecas bībeles. И не просто знать, что, чтобы в, были на полке пять Библий. Так как мы здесь, да? Как у нас здесь? Латвийский. Латышский. Английский. Английский. Ревизский. Латвийский. Латышский. Русский. Еще другое. Вискартеба. Библия солит вискартеба. Библии стоят и все в порядке. Вара не дарбуясь, камер человек не еверолику. Власть не действует, пока люди не соблюдают закон. Вену пакап, вену еверо. Либо переступают закон, либо соблюдают его. Mums ir mīlo tēvu debesīs. Нам по любви к Отцу на небе. Šis likums viņam jākļūst mīļam. Этот закон должен стать близким, любимым. Jo viņš ir dots, lai mums labi klātos. Потому что это дано, чтобы нам хорошо было. Un Latvijā likumi ir dažādi. И в Латвии законы есть разные. Un mums ir tāda, jo mums ir Латвия ļoti radoša tauta, saproti? Латыши – это очень такой творческий народ. Ты тыц там? Мы дедам, деюем. Мы поем, танцуем. Мальчики, актеры. Художники, актеры. Опер-театрс. Оперный театр. Драма-театрс. Театр драмы. Вел какого-то театра. Еще какие-то театры. Мы там радоши. Мы творческие люди. Дедам. Поем. Куя? Да. Radoša tauta. Это творческий народ. Ну, ну, un likumos mēs arī esam ļoti radoši. И также в законах мы очень творческие. Kā atmodies no rīta, как проснулся, tā jauns likums. Tad novi закон. Un tu nespēji viņus visus saskaitīt, iemācīties, ievērot. Всех даже сосчитать, куда еще соблюсти и помнить. Lāzmi, nāc tuvāk zem tam lampām, tev būs siltāk. Un, un mums ir, un, un mēs beigās jau cilvēki, zini kā, beigās atmeta roku. В конце люди уже отбрасывают рукой. Nevar visus saskaitīt, iemācīties, atcerēties, nomainīt. Nu, kā dzīvoja, tā dzīvoja. Kā būs, tā būs. Kaut kā te mēs tā izlavieresim savu. Люди в конце уже, мы не помним уже, столько этих менялись, эти законы, будем жить, как, ну, как... Un mēs nomaikam to likumu plauktā. И мы ложим этот закон на полку. Un tad ir ļoti labi, ka mēs zinām šos divus likumus. И тогда очень хорошо, что мы знаем эти два. Vismaz pēc kaut kāds valsts likuma mēs dzīvojam. По каким-то законам какого-то государства мы живём. Грамотежiem pavisam trakā, ne? Kur mūs grāmatas. У бухгалтеров вообще это ужас. Viņiem likumi mainās un mainās. Им законы меняются и меняются. Un tekoši jābrauc uz Rīgu un jāmācās jauns kaut kas. И надо ехать в Ригу и обновлять свои знания. Jo mums ir ļoti radoši. Cilvēki, likumdevēji, viņi dod likumus, viņi rodas, 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 rodas. У нас очень творческие законоиздатели, они все время издают, издают законы. Bet te bija teikts, ka tas nav vienkārši kaut kas jārada. Visam tam ir jābūt mērķim. И тут сказано, когда мы о государстве говорили, что это должно иметь цель, это не просто должно твориться. Tauta ir jāvada. Народ надо руководить. Uz mērķiem. На цели. Ir jābūt augstiem, skaistiem mērķiem, un uz turieni tā tauta jāvada. Должны быть высокие, красивые цели, куда народ вести. Mozus veda uz apsolīto zemi. Моисей вел в обетованную землю. Un šeit mums arī taču kaut kur jāiet Latvijā, vai ne? И в Латвии мы тоже должны идти куда-то. Tagad mēs te visi Latvijā dzīvojošie, pariņš esam šeit. Те, которые живут в Латвии. Ну, kur mēs ejam? Kādi ir tie mērķi? Ko? Куда мы идем? Каковы эти цели? А? Uz gaišo nākotni mēs ejam jaunā pasaku laikiem. В светлое будущее. Tas jau no сказочные Латвиešu tautas pasaku laikiem mēs ejam. Это, наверное, народные сказки. Es šorīt, kamēr ģērbos, televizorā gāja pasaka. Пока одевалась в этом, по телевизору была сказка. Par zeltnesīti. О... Zeltīti vai kaut kā tā. Zeltmatīti. Золотые волосы. Un tur viņu gribēja vēlns aprecēt. И дьявол хотел ее, ну, взять жены. Un viņa tagad grib glābties no tā visa. И она хочет спастись от всего этого. Un viņa prasa tēvam, lai tēvs viņu aizsargā, lai kaut kur dabū kā, kas viņu aizsargā. И она просила, пусть отец найдет кого-то, кто ее защитит. Un ķēniņš saka, visi, kas šeit zemē. И царь говорит, все, кто в этой земле. Kas var uzvarēt vēlnu, kas grib cīnīties ar vēlnu. Кто хочет бороться с дьяволом и кто могут победить дьявола. Ja viņš uzvarēs. Если он победит. Tu dabūsi pusi ķēniņa valsts. Ты получишь половину государства. Un zeltmatīt.
И золотоволосую принцессу. Тут отрадался один свирс. Там нашелся один мужчина, который хотел бороться. Teica, но он сказал, я хотел бы эту половину государства. Но у меня уже есть. Мне не надо твою дочь. И он так и сказал. Es, klausies, es domāju, и когда я слушал, я думал, Dievs joprojām meklē. Бог, šai zemē cilvēks, Бог до сих пор ищет людей, которые готовы сразиться с дьяволом, которые не боятся этого. И это должны быть люди, которые в храмах, в Доме Божьем. Потому что Бог наделил тебя особой силой. Un šajā likumā ir spēks, и в этом законе есть сила. Nevis vājums. Не слабость. Tas nav zobens, kas mūs graiza, kas mūs kaut kādā veidā ierobežo. Это не меч, который нас ограничивает каким-то образом. Vai nogalin. Или убивает. Нет. Tas ir zobens, kas mūs aizstāv. Это меч, который защищает нас. Kas šīs dzīves džungļos, šajos pasaules likumos, cērt mums ceļu, tā kā džungļos. И это тот, который меч, который пробивает путь в джунглях этого мира. Un tāpēc ir tā, ka mēs jau mēs šo likumu mīlam un izmantojam savā dzīvē. Когда мы любим этот закон и используем в своей жизни. Tad notiek tā, ka tu dzīvo kaut kādā ekonomiskā ļoti sliktā stāvoklī, kaut kādā nu, zemē, bet tu tur izdzīvos. Ну, и бывает, что ты в очень плохих обстоятельствах экономически в какой-то государстве живёшь, но ты выживешь. Protams, ja tu neiestais kārdinājumus, ja tu no rītiem teiksi šo lūkšanu. Если будешь утро говорить эту молитву, Отче наш. Пасергай мне от этих кардинаев. Избавь меня от искушений. Не веди в искушение. Потому что у нас столько искушений взять кредит. И мы живем в нашем будущем. И мы живем, мы лежим на своем будущем, на своем диване. Vai tas ir televizors kādam? Или, может, это телевизор. Kādam tā ir mašīna? Кому-то это машина. Kādam tā ir veļas mašīna? Кому-то это стиральная машина. Tu esi no nākotnes jau paņēmis kaut ko. Ты из будущего что-то взял. Un tagad tu aizēji uz to nākotni. И ты приходишь в будущее. Tur nav. И там нету. Tur jau stāv veca grabaža, atkal veļas mašīna beigt. И там стоит старый хлам, опять поломанная стиральная машина. Tu atnāc, kas tā par nākotni? И ты приходишь в будущее, что это за будущее? Kārdinājums tā mūs vilina. Viņš māna mūs. И искушение, как он у нас искушает, это обманывает нас. Ja mēs varam, ja mēs ļaujamies šim apmānam. И если мы позволяем это, тогда мы нонакам нелабās вietās. Тогда мы находим себя в плохих местах. Bet ja mēs mēģinam izdzīvot šo likumu. Если мы стараемся прожить этот закон. Un lūdzam Svētam Garam palīdzību. И просим Духу Святому помощи. Un viņš ir šeit Svētais Gars. И Дух Святой здесь. Ja tu tici, ka Jēzus dzīma, mira, un augšām cēlās. Если ты веришь, что Иисус родился, жил и умер и воскрес. Tad tu saproti. Тогда ты понимаешь. Viņš promējot teica, viss piepildīts. Когда он уходил, он сказал, все исполнилось. Viņš izdvesa mums atstājot garu šeit. И он вдохнул, оставив нам Духа Святого. Šis gars, этот Дух. Ja mēs viņu pieņemam savā dzīvē, если мы его принимаем в своей жизни. Viņš mums ļauj dzīvot tur, ko citi nevar. Viņš mums ļauj iet cauri tam, ko citi saka, ka nevar. Этот Дух позволяет проходить то, что другие говорят, что никак не пройти, не сделать этого. Jo tas ir tas pats gars, kas piecēl Jēzus Kristu no miroņiem. Потому что это тот же Дух, который поднял Иисуса из мертвых. Если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, поселился во мне. Если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, поселился в тебе. Если Дух Святой живет и в ней, и в нем, это значит, мы не умрем. Амин. Это стих нашего пастора. Песня. Если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, поселился во мне. Если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, поселился в тебе. Если Дух Святой живет и в ней, и в нем. Это значит, мы не умрем. Мы не умрем. Это истина. Что этот Дух в нас.
Но Дух приходит Gads от Слова. Piepilda vārdu. Дух исполняет Слово. Tāpēc šis vārds ir svarīgs. Поэтому Слово важно. Tāpēc šajā himnā, tam teiks, Dievs svētī Latviju. Когда мы гимне поем, Бог благослови Латвию. Viņš var svētīt Latviju caur šo vārdu. Он может благословить Латвию через caur это cilvēkiem, Слово. Kas mīl šo vārdu. Через людей, которые любят это Слово. Kas grib piepildīt, kas nebaidās no likuma. Которые хотят исполнить, которые не боятся закона. Es tu pat atcerējos vienu piemēru. Я вспомнил один пример. Es dzirdēju, ka Ukrainas bīskaps Antons Tišenko. Я слышал, как Андрей Тишенко. Как Андрей Тишенко, епископ украинских церквей нового поколения. Ka viņš stāstīja par savu, viņš stāstīja, nu, par to, kad likums jāievēro un kad ir policija uz ceļiem. И он рассказывал о том, что надо закон соблюдать, что полиция на дорогах. Un, kad Dievs mums visur palīdz, что Бог нам везде помогает. Un, pat uz šiem celiem, un arī policiju. И даже на дорогах и с полицией. Un, ja ceļš, ja tu esi labs lūdzējs. И особенно, если ты молишься. Un, viņš saka, viņš stāsta par savu dēlu Antonu, kurš atbrauks pie mums. И он рассказывал о своем сыне Антоне, который приедет к нам. Un, zināt, Antons, es tikko teicu, ka viņš ir ļoti svaidīts un ka viņa, caur viņu Dievs dziedina cilvēkus un visāds brīnums dara. Я говорил, что Бог его помазал, и он молится за людей, и люди исцеляются. И Bet приходит. Viņš lūdz daudzas stundas dienā. И он много часов молится днем, ну, за день. Jā. Un tagad viņu atstādina policija. Его останавливает полиция. Jo viņiem tur tie attālumi, kā viņi kalpo, tur ir ļoti daudz dažādu attālumu, un viņi draudzās, draudzēs kalpo. И потому что в Украине они служат в нескольких церквей, церквах, и там расстояния довольно большие. Он стейдзас. И они торопятся. Но полицист обстадин. И полиция остановила. Он Антон сака. И Антон говорит. Ну, ведь даудз лоудз дея, вы не мрипаш, ари тат, мак, ари цилвекам, шо то полух. И он много молится, и он также умеет людям что-то спросить, что сказать. Ну, отпусти меня. Он говорит, ну, отпусти меня, палает маны. То сака, все так говорят. Виси та, сака. Ты чё? Он ко? Ну отпусти меня. Ну отлает ман. Пожалуйста, отпусти. Могу заплатить ман. Ну я опаздываю, ну отпусти. Ну из КВА, лучше полает ман. Я буду за тебя молиться. Я спорта вим лукш. Ай да все так говорят. Виси та сака полтис. Не, ну послушай, а я два часа в день молюсь. Клауса здесь дивился там с дына. Ладно. Езжай. Полтис сака. Это дивился там с дына лукш. Я приплата отлаетись. Если будешь два часа в день молиться, может, тебя отпустят. Человек под полицией ставит сияние. Даже полиция уважает таких людей. Лукшена, он дает ликумс. Молитвы, Божий закон, это сила. Это сила. Tas nav vājums. Это не слабость. Tas nav zobens pret tevi. Это не меч против tas ir тебя. Zobens, kas cīnās par tevi. Это меч, который борется за tā тебя. Tā ir tiesību sistēma, kas mūs aizstāv. Это система прав, которая защищает нас. Mums ir tiesības. У нас есть здесь есть право. Jā, mums ir arī kaut kāda pienākuma. У нас также есть обязательства. Un dažkārt mēs gribam tikai tiesības izmantot. Иногда мы хотим только право использовать. Bet Dievs ir salicis kopā tiesības ar pienākumiem. Но Бог сложил вместе право и обязательства. Mums abi jāpild. И мы оба должны исполнять. Un mēs varam daudz ko pamazām. И мы можем многое постепенно сделать. Visu uzreiz nevaram, bet Может, varam. Не все сразу, но постепенно. Mums ir dota tāpēc šī valoda. Поэтому нам дана власть. Un es stāstīju, ka šīs mēles, viņas simbolizē šo debesu valstību, jā. И я говорил, что языки Духа Святого это символизирует небесное царство. Tieši tāpatās, ka valsti simbolizē valsts valodu. Так же, как государство определяет тоже язык государственный. Tāpatās, ka valsti simbolizē karogs, Так же, как дергонс, флаг, himna. Герб и гимн символизирует государство. Ko mēs dziedam Dievam? Himnas. Что мы поем Богу гимны? Mēs dziedam viņam. Мы поем ему. Mēs символизуем, ka mēs esam atnākuši šeit, mēs esam Dieva bērni. Что мы пришли сюда, мы дети Божьи. Un mēs символизуем Dieva valstī. И мы символизируем Царство Божие. Mēs cienam to, mēs gribam. Мы это уважаем, это мусу желаем. Mūsu karoks ir mūsu Dievs. Наш флаг – это наш Бог. Mums šeit Ventspilī vēl nav, bet vispār mums ir arī jaunai paudzēji savas arī simbolika savai. Есть своя символика также у церкви новое поколение. Mums pagaidām ir šitas kronis. У нас пока есть корона. Jā. Mums ir līdzības. У нас есть šiem valstībām. Paralēli šiem valstībām ir līdzības. Un mums arī tāpatās likums. Нас также закон. Ja mēs viņu nepārkāpjam, viņš ir par mums. Если мы не переступаем закон, он защищает нас. Ja tu nepārkāp,
то ничего про тебя. Если ты не приступаешь закон, ja tu, он за ja тебя. Паркав, то ничего про тебя. Если ты нарушаешь закон, он против тебя. Bet mums ir tik daudz to likum, kā es teicu. Но у нас так много этих законов, как ты говоришь. Šo likumu ir devis mums Dievs. Этот закон нам дал. Gudrākais no gudrākajām būtnēm vai, vai garīgām būtnēm, nu, pati gudrība. Это сама мудрость дала нам это. Viņš radīja mūs un šo likumu, kurā mums jādzīvo. Он создал нас и этот закон, в котором нам жить. Likums nav slikts, bet tā ir tāda sistēma, kas mums palīdz dzīvot, palīdz dzīvot. Vada это, mūs. Это закон, это система, которая помогает нам жить. Vada mūs. Это руководит нами. Tā ir tā mūsu institūcija. Это daļa. Наша институция. Tā ir tā mūsu valsts varas daļa. Это часть власти нашего государства. Un tas mums palīdz. Это помогает нам. Lai tu atceries to. И ты помни это. Tāpēc Dāvid savam dēlam, Salamans savam dēlam, mirstot sakā. Поэтому Давид Соломону и Соломон своему сыну. Viņš saka, visvairāk dēls sārki savu sirdi un baušļus, tur ir tūpi savu sirds. Поэтому храни закон, заповеди близко к своему сердцу. Tur ir savā sirdī. Держи в своем сердце. Dzīvo pēc tā, mīli Живи to. Поэтому. Kas tad ir sirdī? Tas, ko mīli, vai ne? Сердце – это то, что ты любишь. Kaut ko sliktu savā sirdī. Ты не будешь ложить что-то плохое в своё сердце. Un to es arī gribu šodien novēlēt visai Latvijai un tev arī. Я хочу пожелать сегодня всей Латвии и тебе также. Atvērsim Salmu pamācības trešo nodaļu. И откроем притчи третью главу. Un es domāju, ka mums ir vērts lūgt par mūsu Latviju. Я думаю, что нам стоит молиться за нашу Латвию. Lai mūsu Latvijā, nezinu, tagad būs vēlēšanas, lai vai mēs patiešām kā tauta ievēlam cilvēkus, kas var vadīt. И когда будут сейчас выборы, чтобы мы могли выбрать людей, которые могут руководить. Ir kara vadoņi, kuri ir gudri un ir, kuri ir gudrāki. Есть также руководители, которые мудрые, но есть такие, которые еще мудрее. Un karā uzvar tas, kas ir gudrāks. И в войне побеждает тот, кто мудрее. Un te ir ļoti svarīgi, lai mēs, lai mūsu valsti būtu cilvēki ar dāvanām, kas prot vadīt. И важно, чтобы в нашем государстве руководили люди, которые имеют этот дар руководить. Mēs esam ievēlējuši savā valstī ļoti daudz visādus aktierus, dziedātājus, ārstus. Viņi ir labi cilvēki. Мы голосовали и поставили руководителями разных людей, там, певцов, Депутат. Депутатами, да, певцов, актеров, врачей. И врачей. Нам кажется, что мы его знаем, мы видим по телевидению. Mēs zinām kaut ko par viņiem. И мы что-то знаем о них. Bet viņi ir ļoti labi savā profesijā. Они очень хорошие в своей профессии. Savā profesijā. Своей профессии. Saprot? Понимаешь? Bet vadīšana, tā arī vesela profesija. No tas pat ir talants, ne visiem tas ir. Это талант, это не всем дан. Mums ir jālūdz, lai Dievs ieved tur iekšā tos cilvēkus, un lai mums ir saprašana ievēlēt tos, kas prot vadīt. И нам надо молиться, чтобы у нас было понятие, понимание выбрать тех людей, которые умеют руководить. Saprat, tas ir svarīgi. Это важно. Jo, ja mēs tas būtu aptēmi tās pats, ka mēs tagad datoru tehniķim ievestu viņu tagad operācijas zālē un teiktu, zini, es tev pazīstu, es tev zinu, tu это esi, самое, nezinu, tur. Взять компьютерщика и привести ļoti gudrs cilvēks. В операционный зал. Viņš ir gudrs. Я знаю, что ты умный человек. Operē man. И сделай операцию мне. Viņš ir gudrs datoros. Он мудрый в компьютерах. Bet viņš neko nesaprot iekšās. Он не понимает твоих внутренних. Viņš vispār nezin, kā skalpels jātur rokā. Он не знает, как скальпель держать. Ну, мэдинать я вар. Ну, пробовать можно. Kaut kas jau tur sanāk. Что-то получиться может. Bet tur ir daudz zaudējumu. Но там есть намного больше вероятности потери. Jūs domājat tāpat? Ты со мной? Jo, teiksim, tagad, lūk, Vineta, viņa ir ļoti laba angļu valodas skolotāja. Vineta, например, она хороший учитель английского. Un es zinu, ka tavā skolā daudz Klases gribētu, lai tu būtu audzināta viņam arī, ne? И многие классы, наверное, хотели бы, чтобы Un ты... Un vēl vairāk, kas gribētu, lai tu māciet angļu valodu. И другие хотели бы, чтобы... Jo viņai ir divi talanti. У неё два таланта. Viņa prot darboties ar bērniem. Она умеет работать с детьми. Un viņa ļoti labi pārzina angļu valodu. Māk iemācīt.
Она сама знает хорошо английский и умеет его научить. Ir cilvēki, kuri zina angļuvot, bet neprot iemācīt. Viņi nevar būt skolotāji. И люди, которые есть, которые знают английский, но они не умеют научить других, и они не могут быть учителями. Man bija ķīmijas skolotājs, viņu ļoti cienu. У меня была учитель по химии, она очень умная. И уважаю её. Bet viņa ļoti maz stāstīja mums. Но она очень мало нам рассказывала. Bet daudz prasīja. И, но много требовало. Tas nebija taisnīgi. Это не было справедливо. Viņa neprata izstāstīt mums to, ko viņa mums pieprasīja. И она не умела рассказать нам то, что она от нас требовала. Tas pats arī mums ar valsti. Это то же самое нам с государством. Ну, saproti, aktieris nav mācīts, lai vadītu, lai saprastu, kā notiek tās sistēmas viena ar otru saistās, kā tas notiek. И актёр, понимаешь, он не обучен, чтобы руководить, чтобы понимать, как там какие-то системы взаимодействуют. Он может быть хорошим человеком. Viņš ļoti labi prot attēlot kādu citu cilvēku. Он очень хорошо умеет играть другого человека. Viņš prot labi dziedāt, dejot. Он умеет хорошо петь. Māk labi pateikt indīgi varbūt. Может умеет хорошо так высказаться. Bet viņš neprot vadīt. Но он не умеет руководить. Un ir vajadzīga vadības sistēma. И нужна система руководства. Ja tas cilvēks ir kristiets, если этот человек христианин, un viņam vēl ir pārvaldības izglītība, jo ir speciāla izglītība, kas to māca, kā vadīt. И если у него есть образование управляющего, есть такое, что можно этому учиться. Un vēl labāk, ja viņam ir pieredze. И еще лучше, если у него есть опыт. Un vēl labāk, ja viņam ir prakse. И еще лучше, dzīve. Если у него есть практика в жизни. Nevis tā no augstskolas uz otru augstskolu. Не так, что из одной профессорс. Не из одной школы в другую школу, потом профессором стал. Он как под жизнь, но так испан не знает. И то, что в жизни происходит, вообще не знает. Не знает испан. Вообще не знает. Tas nav labi. Это нехорошо. Tāpēc mums ir vajadzīgs tādi cilvēki vajadzīgi. Поэтому нам нужны такие люди. Kas saprot, kā jāvad. Которые понимают, jo mēs tikko lasījām, ka valstī vajadzīgi cilvēki, kas vada sabiedrību. Потому что мы читали, что государству необходимы люди, которые руководят обществом. Dievs deva savai tautai cilvēku Mozi, kas mācēja viņus vadīt un iedeva viņam likumu. И Бог выбрал человека Моисея для своего народа, который руководил ими и дал Моисею закон. Un, kad viņš īsti nemācēja vadīt, tad viņam tika dots blakus šis sievas tēvs, kas viņu iemācīja sadalīt visu pa daļām un kā tas viss kopā, lai tur vadās, lai viņš nepārkāptu. И когда он сам не мог все охватить, тогда у него были советники, которые научили, как распределить все по, там, по коленам, и чтобы эта система работала. Bet, nu, atgriežoties atpakaļ pie to, ka Latvija ir radusies tāda īpaša zeme, mēs esam. И если вернуться к тому, что Латвия – это особая земля. Un ka mūsu pirmais rakstītais vārds ābece ir Bībele. Что первая азбука – это была Библия. Ka mums ir īpaša himna atstāta. Что у нас есть особенный гимн. Ka mēs esam tik maza tauta, un mēs tomēr esam. Что мы такой маленький народ, но мы все же и есть народ. Ir kaut kādam spēkam, kas mūs ir jānotur. Есть, должна быть сила, которая нас удерживает. Un, ja mēs tagad tā padomājam, тад mums, ну, ну мēs visi savās virtuvēs runājam. Если мы подумаем, valdība тада, valdība шитада. Мы можем говорить там, правительство такое, правительство такое. Šis likums saka. Этот закон говорит. Свети. Благослови. Не говори. Pats ievēlē, pats kļūdījies. Ну, ко тагад пупсти? Избрал, сам ошибился, тогда нечего роптать сейчас. Ja ilgi pukstēsim, будем долго роптать, mēs iesim, mēs nekad nenonāksim tajā vietā, ko Dievs mums ir devis labumam. И мы будем долго ходить и не достигнем того места, что Бог нам дал. Tāpēc, ka mēs tā patās, ka ebrēju tautu iesim apkārt vienai lietai, pukstēsim, un tālāk neaiziesim. И как еврейский народ мы можем ходить вокруг горы и роптать, и также не достигнуть. Mums ir jāsvētī. Нам надо благословлять. Я святый. Надо благословлять. Un es gribu šos te vārdus savā mācītāja trešo nodaļu veltīt tev un mūsu tautai, Latvijai, я mūsu zemē. Эти слова из Es svēti ticu, ka tie ir pareizi vārdi un šorīt man viņus deva Dievs ne tāpat vien. Из Eklēziasta trešā nodaļa, trešā glava. Pirmais pants. Mans dēls, neaizmirsti manu pamācību. Un lai tavas sirds patur sevī manus baušļus. Prīči, trītie glavā. Jā.
Jo tie piešķirs tev ilgu mūžu, labus gadus un mieru. Un to es novēlu mūsu tautai. Ilgu mūžu, labus gadus un mieru. Ilgu mūžu, labus gadus šajā ilgajā mūžā un mieru. Žēlastība un uzticība no tevis neatstāsies. Nēsā manus baušļus sev vadziņā pakārtus ap kaklu, kā man šis krusts ap kaklu uzkarinīsti, lai viņi tev vada, lai tu atceries viņus. Stin moju nastavlēnie mojo nezabivai i zapavidi mojai da hranīt sērce tvojo, ibo долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего. Я узрасту сердце плаксне. Напиши на скрижали сердца. Но шеенс ирак севи. Отсюда напиши в себя. Un tu iemantosi labvēlību. И ты обретешь милость и благодарность. Благоволение. Un dzīves ziņu. И мудрость жизненную. Kas patīk Dievam un cilvēkiem. В очах Бога и людей. Paļaujoties uz to Kungu no visas sirds. Надейся на Господа всем сердцем твоим. Un nepaļaujies uz savu prātu gudrību. И не полагайся на разум твой. Bet domā uz to Kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Un es novēlu katram vienam. И я желаю каждому ilgu mūžu, долгую жизнь, labus gadus, добрые года, un mieru. И мира. Lai tas būtu, чтобы это mēs, было, mums ir jābūt tuši pie šī likuma. Мы должны быть близко к этому закону. Šim te likumam kaut kā. Этому закону в кресте. Mīl savu Dievu no visu savu sirds. Возлюби Бога от всего сердца. Un cilvēks, kas tev ir apkārt. И людей, которые вокруг своих ближних. Un par tuvākajiem. И о ближних. Ļoti bieži šo te rakstvietu, ko Kristus skaidro, kas ir tuvākais, viņu apgriež otrādi, nezinu kāpēc. И часто это местописание, где о ближнем Христос рассказывает, его обворачивает наоборот. Un kas grib dziļāk par to vēl noklausīties, varat mūsu māciet Aleksē paklausīties šomēnes, viņš runāja par šo. И можете, кто глубже хочет тоже узнать об этом, на эту тему, можете послушать нашего пастора Алексея, он в этом месте проповедовал. Tas tā nav, ka Dievs tev liek ar varu mīlēt visus pa kārtai. Это не так, что Бог заставляет тебя всех влюбить почти насильно. Un tu tagad redzi pakritušs cilvēku, viņš ir netīrs, viņš ir tur novārties, viņam ir slikti, viņš ir būti tur apvēmies vai vēl kaut kas. Un tev viņš tagad jāmīl. И ты можешь, ты видишь человеку пал, может, он там вырвало его, и он грязный, и воняет. Un ja tu par šādu svešu cilvēku pateik, Dievs, es mīlu viņu. Если ты о таком чужом человеке скажешь, Бог, я люблю. Es tik labs esmu. Я такой хороший. Tu esi lieklūs. Ты лицемер. Tu nemaz nemīli viņu. Ты не любишь его. Tu pat īsti žēl viņa nav. Tebie daži netu žēlasti. Un tu pat domā, pats vainīgs. Не может даже думаешь, сам виноват. Bet Dievs, ko tu mīli. Но Бог, которого ты любишь. Un ko tu pielūdz. Которому поклоняешься. Un kas dzīvo tavā sirdī. И который. Un šis vārds, kas dzīvo tavā sirdī. Сердце это слово. Šis vārds tev teiks. Palīdzi tam pakritušam, arī tu biji vien pakrits. Помоги этому упадшему, потому что ты тоже один день падал. Palīdzi viņam, tāpēc ka es tā gribu. Помоги ему, потому что я так хочу. Tu vēl negribi, bet es tā gribu. Ты может ещё не хочешь, но я хочу. Un tu kļūsi šim cilvēkam par tuvāku. И ты станешь этому человеку ближним. Un tie cilvēki, kas bieži saka, manis neviens nemīl, man baznīca neviens nemīl. Man nemīl neviens. Tie люди, которые говорят, меня в церкви не любят. Kļūsti par tuvāku kādam. Стань ближним для кого-то. Palīdzi kādam. Помоги кому-то. Jo Dieva likums saka. Потому что Божий закон говорит. Tam, kuram kāds ir palīdzējis. Тому, которому кто-то помог. Bez jebkādas, nu, tur noteikumiem. Без всяких Без ответа. Закон без всяких законов, без всяких возмездия. Šis samariets, kas gāja garā. Этот самарянин, который Он увидел этого побитого человека. Un viņš visu apmaksāja. И он всё оплатил. Viņam neviens to nelika. Ему это никто не заставлял. Šis cilvēks ir tuvākais tam pakritušajam. Этот человек ближний тому упадшему. Un es tev pateikšu, tavā dzīvē nemaz nav tik daudz, tik tūkstošiem daudz cilvēku.
и в твоей жизни не так много, не тысячами людей, kuri tev būtu palīdzējuši, tad, kad tu esi pakritis. Которые помогли бы тебе, когда ты упал. Tie viņi tev palīdzēja, kad tu pakriti. Это были люди, которые помогли, un когда ты упал. Un tie tev ir jāmīl. Их надо любить. Un to tev Dievs atprasīs, kā tu viņus mīlēji. И Бог это потребует, как ты их возлюбил. Tie cilvēki, kas ir tava māte, māte, tēva. Это люди, которые твоя мама, отец. Ты никого не знаешь, ты пьедзи. Ты ничего не знал, ты родился. Та была блядь, объёк, ты пьедзи. Это было хорошее дело, что ты родился. Меня даут, как ты дарит, так ты тупо никого не знаешь. Христос умер за тебя. Христос умер. Его надо любить. Он велик какой-то человек, кому сейчас суть из пятого стола. Еще есть. Лайка. Еще есть какие-то люди, которые он послал к тебе во время беды. Bet tie, kam tu ej un palīdz. Но те, которым ты идешь и помогаешь. Тут туда, тапец, как Девс виньюс мил. Un tu paklausi Dievam, Dievu mīlot. И ты идешь и помогаешь, потому что Бог любит этих людей, и ты послушаешь Богу. Un neesi tāds liekuls, un es visus mīlu, visus. Да nemīlu tu visus. И не надо лицемерить, что Tas я люблю всех. Vienkārši. Это не так просто. Saproti? Понимаешь? Tāpēc neaizmirsti Dievu vārdu. Не забывай Божье Слово. Un ja tu mīlēsi Dievu. Если будешь любить Бога, tu varēsi palīdzēt daudziem. Ты сможешь помочь многим. Tu kļūsi par tuvāko daudziem. Ты станешь ближним для многих. Un tevi mīlēs. И тебя возлюбят. Un tu mīlēs. И ты будешь любить. Un tev arī būs kāds, kas tev jāmīl. И тебе тоже будут люди. Dievs ir uztaisījis tā, ka mēs visu laiku attiecībā cits ar citu. И Бог сделал так, что мы в отношениях друг с другом. Mums tam visam ir ļoti vajadzīgs šie pantiņi. И для этого нам необходимы эти стихи. Un mums būs ilgs mūžs, un labi gadi, un miers, zemē, mājā. И покой, и в доме и в земле. Если эти заповеди будут близки. Viņi nav daudz jaunā darībā ir divi galvenie baušļi. В новом завете есть likums. Две заповеди. Вертикальные и горизонтальные. Tas nav tik ļoti daudz, vai ne? Это не так много. Mēs taču varam to. Мы же можем. Vai ne? Mēs mīlam Dievu. Dievu patiešām tu mīli. Tam gan es ticu. Bogu действительно ты любишь. Bet tur, ja tu mīli viņu, tad šo likumu iemīl, jo tas ir viņa mīlestības likums tev un man. Это закон любви для тебя, для Tu esi arī novēl mūsu valstī. Это я желаю также нашей. Lai šis Dieva likums mūsu valstī ir augstu godāts. Чтобы этот Божий закон был высоко почитаем. Lai mums pieaug dzimstība. Чтобы у нас возросло рождение. Lai mums ir ilgs mūžs. Чтобы у нас были долгие дни. Jo ja pieaugs dzimstība un cilvēkiem būs ilgs mūžs. Если люди будут долго жить и будут много рождаться. Tad mūsu šis te princips dzimstības, kā viņš sauc principu? Demografiskais stāvoklis celsies. Tagad demografiskā situācija izmainīsies. Viņš diviem sastāv no tiem dzimstību un mirstību. Это состоит из двух частей: рождаемость и Un ja cilvēki ilgāk dzīvo un vairāk bērnu dzimst, tauta pieaug. И чем больше больше люди живут, мы живём šos gadus. И мы хорошо живем эти года. Un mums ir miers. И у нас есть покой. Tu gribi tādā zemē dzīvot? Ты хочешь жить в таком государстве? Es gribu. Я хочу. Un es ticu, ka Dievs man šos pantiņus deva īpašus šodien. И я верю, что Бог дал эти стихи. Un šis ir tas moments, kad mēs varētu со смыслом. Un šis ir tas moments, kad mēs varētu paņemt katrs savu upuri. И это момент, когда мы можем взять каждый свою жертву. Un ziedot. И принести жертву по своему наму, за свой дом, по своим годам, за свои года, по своим отношениям с Богом, за свои отношения с Богом, он по то, чтобы все изменилось, за то, чтобы все изменилось. Мы стулит вел луксим, и тогда мы. И мы будем еще молиться. Мы съедим торты, и мы будем кофе, будем он свинесим, будем праздновать. То? То? Когда ты едешь мою торты? Когда ты будешь торт вкушать? А следующий панту? Вспомни этот стих. Turi baušļus pie savas sirds. Держи близко к своему сердцу закон Божий. Un tev būs ilgs mūžs. И тебе будут долгие годы. Labi gadi. Добрые года. Un miers. И покой. Un to tu novēl citām pēc savu. Ja tu можешь пожелать еще кому-то. Tas ir nopietni. Это серьезно. Dievs mums ir devis to šaut savu šo likumu. Un tas Бог, ir brīnišķīgi. Бог это дал нам это через закон. Amen. Un es to nāku un esu no sevis upuri. Я прихожу и приношу жертву от себя. Un es gribu, lai man ir Apkārt šai zemē un man ir labi gadi, ilgs mūžs. Я хочу, чтобы в нашей земле было, в моей земле было был покой, долгие дни и благословенные. Mēs tu arī lūksim, nākad noziedē, un mēs tu arī lūksim.